Оп! И где это мы? А мы на вокзале. На Ленинградском. Че, уже у нас факапчик один не произошел. Сначала нам вообще всегда аппараты печатали билеты по 4 штуки, а тут нам сначала 2, потом другие 2. Непонятно, по каким критериям он печатал. Наверное, потому что в списке фигурировала фамилия Гомера. И... Да, и не должно было быть так. Да, и ничего не произошло. Самое, что интересное, на самом деле, он ввел вначале свои данные, но ему не выдали на него билет. То есть, видать, не хотели на тебя выдавать билет. Они знали, что ты блогер, короче, просто или нужен был репортаж. Рукожоп. Гомер рукожоп. Ну что, Гомер-то? Гомер-то как раз все выдали. А теперь мистер рейтинги. Мистер большой член. Биг дик. Biggest дик. Biggest дик is back in town. Back in town. Давай громче крикни, давай. Скорее. I'm the biggest dick in this town, baby. Эй, блог Антона Дерябина, нифига себе. Самый знаменитый и известный блог World. Что, Рон, ты будешь хоть сегодня раздеваться, показать всем фанаткам своим своей прелести? Есть вещи, которые должны оставаться тайной. Ну, тайны. Оп. Оп! Это моя кетч-фраза теперь. Оп! Для хейтеров. Мы, как это сказать, мы экстремалы. И решили, что не будем отдавать РЖД свои деньги. И отдадим им всего лишь чуть-чуть. И будем ехать на сидячих. Крутило. Нормально. Ну, не как в электричке. Получше. Жаль, что фейс-ту-фейс. Да? Тут. Знает, чтобы не стырили никто. Попробуй. Как он раз. А? Что, заходи. Путешествовал как король. Нормально сейчас все будет. Безудержное веселье. Сколько нам ехать? 10 часов. Тэн. Все-таки должны тэн. Вот так проходят первые часы в поезде. Антон, как дела? Отлично. Battletoads. Камера включена, ты плохо работаешь. Это Battletoads. Оп! Блин, спасибо, Питер, что встретил нас с такой погодой. Дождь, fucking дождь. Оп! Смотрите, кто с нами. Кто ты? Кто ты? Представься. Я Дима. Я Дима. Это Димон. Орлов. Вот, ну представься, кто ты. Я... Не важно, короче. Не плачь, ну только не плачь. Вот ты чего ты доводишь людей, а? Побежаю. Ставьте лайк, и он перестанет плакать. Он будет вечно плакать до того, как вы не... Как не наберется у меня 10 тысяч лайков. Нет, вот. Давайте так, 10 тысяч лайков, и он побреется. Мы лично будем бить. С одной стороны. Хотя ладно, попробуем 10 тысяч. 10 тысяч, да, конечно. Мне только мечтать. В итоге Димон в среду такой. Это красный, да, все идут. Видите, культурная столица. Красный, все идут. Вот красный, все идут. Есть,
мало кто знал. Димон, он, короче, зацепер в Питере. Давай зацеп. Спонсором сегодняшнего влога будет Универсам Фамилия, потому что мы решили зайти, потому что так как нереально холодно, и купить себе какие-нибудь кофты дешевые. Ну, кофты. Хэштег «Спаси нас, Фамилия». Спасибо, Фамилия, спасибо. А, спасибо, Фамилия. Ну, если они, конечно, еще бесплатно дали, то это было бы лучше. Ну что, спонсор сегодняшнего все-таки выпуска Универсам Фамилия. Да, ну мы с Антоном... Покупайте, не обедняйте. Мы с Антоном приехали в Питер и поняли, что мы фанаты Манчестер Юнайтед. И да, мы обязательно осознали. Должны, да, обязательно должны носить атрибутику. Так что вперед, Манчестер. Димон ищет себе финин. Да, себе стиль новый. Мне кажется, надо Рона. Так, ты, где твоя шляпа твоя? А, моя нет. Шляпа? Сейчас да, Рону надо одеть. Рон, поворачивай на себя. Нет, я уж повернул. О, а где? Идеально. Где твоя шляпа? Сейчас я найду. Я буду Анна Курникова. Ну нет, ты не похож на Анна Курникова. Димон, где твой спиннинг? Я сейчас за спиннингом, ребята. Лодочка, все дела. Погнали. Тут недалеко. Вот. Набор прям просто, слышишь? Не хватает только лодочки. I'm the boogeyman. And I'm coming to get you. Манчестер Юнайтед, не бейте. Давайте мне тоже купить розовую. Оп. I give you the Undertaker. Встречайте, команда уебана. Фермера. Фермер. Надо еще хасал очки. Спасибо Универсаму Фамилия. Спасибо, ребята. Короче, я готов, чтобы вы спонсировали меня. Буду постоянно примерять ваши новые шмотки. Ну, точнее, старые от магазинов, но в новые ваши. И еще пожелания специально для спиннингиста Дмитрия Орлова. Да. Вы привезли удочки. Побольше. За 1000 там. Оп. Забыли. Оп. 1000, за 200. Давай, скажи ты. Оп. Моя корона. Оп. Оп. 300-летие. Мы едем до 300-летия. Рону подфартиться. Давай, Рон. Да нет. No. Смотри, с тобой Манчестер Брос. Манчестер Юнайтед. Спасибо Фамилии еще раз. Понятно. Вот. И наши любимые Манчестеры. Ты что, сбухаешь? Сейчас дам. Раз, один. Нормально? Оп! Мы на Викейфесте. Вот только зашли. Блин, прикиньте, билет. Билет на Викейфест в день. В день Викейфеста. Полтора косаря. Ну это вообще... Это, я считаю... Обдираловка! Обдираловка, да? У вас все туда, типа, такие богачи живут. Проезд. Мейджоры. Трамваи. Это вход? Трамвай. Это служебный, но мы здесь не пройдем. Нас он для... Вот этот, видите, для мажоров. Для мажоров, но мы же обычные люди, и мы пойдем в обычный вход. О, охрана уже пивко попивает.